Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» не успел восстановиться после Европоражения от ЦСКА и в итоге уступил и в очередном матче Единой лиги ВТБ. Играли в Эстонии, где местный Калев не знал радости победы 5 матчей подряд. И вот горожане сделали таллинской команде подарок. Черно-белые создали видимость преимущества только в стартовой четверти, где усилиями Трея Томпкинсона и Ко гости выиграли 18-17. Во втором периоде нижегородцы поначалу удерживали преимущество, но после корректив, внесенных тренером хозяев, эстонцы включили повышенную передачу и смогли уйти на большой перерыв в предвузлачном отрыве в счете 49-38. И это случилось за счет 10 совершенно безответных очков Калева. У игроков Нижнего Новгорода невооруженным глазом виделась сильная усталость. Горожане вяло шли на подбор, не успевали в защите, а у Тейлора Рочести явно сбился прицел. В итоге таллинцы без особого труда довели матч до разгромного для гостей результата – 110-76. И Калев стал вторым клубом, кому удалось забить в кольцо БКНН больше 100 очков. Уже в пятницу, 6 февраля, Нижний Новгород снова сыграет на выезде. Предстоит встреча в рамках Евролиги против испанской команды «Уникаха».